И всем еще раз здрасте. В общем, разбираем наш чемодан. Смотрим, что у нас здесь. В общем, у нас здесь, вот смотрите, вот раз. У нас подарок. Кофту нам. Кинь туда. Ой, это у нас мешание подарка. Ну, надеюсь, все доехало. Так, раскладки. Здесь как-то плотно было забито. Все прям вот плотно-плотно. Так, у меня вот здесь вот должен быть шампунь. Так, это раз, это стирку. Так. Раз. Кидаю сразу всю стирку. Так, здесь еще тоже одна вещь, которую мне надо было сохранить. Вот мой шампунь оттеночный. Доехал. Это хорошо. Так. Давай все, что в стирку, вот сюда кидай. Доехали. Доехали? Собирай тогда. Так, у нас здесь мыльно-рыльная, да? О, взял вот эти мочалки. Сильно сделал. Да, вот тапочки взяла. У нас одни были. Это годится. Эти помялись, да? Коробки. Не все. Мне больше интересно, что у нас манго. Ну, фен мой. Добрался. Таки. В целости и сохранности. Не, немножко помялись, да, конечно? Но опять же, лучше они, чем манго. Так. Это чистые. Это тоже чистые. Так. Сарафатку, в смысле, тоже надо постирать. На свой нож. Типа нож, да. Так, здесь у нас оберег от хейтеров. Ну-ка. Доехал, не доехал. О, смотрите, за 20, за 15 долларов вот такой взяли. Так, повесить. Вот сюда мы хотели. Прихожая, да? Ну-ка, включи свет. Это специально нам сказали от сглаза. Но мы его назвали оберег от хейтеров. Не, не на это. Ух, ты вот лучше вот на вот это вот, если получится. А здесь нету, да? Нет. Так то. Ну, в общем, пока пускай вот так висит. А потом мы, может, когда-нибудь перевесим. Вот. От хейтеров. Бойтесь, хейтеры. Бойтесь. Нас защищают африканские боги. Ёбра. Да, это выкинуть. Так, что у нас тут такое? Вот что. Это от загара. У нас такая штучка. Так, а это да, мы еще Лере привезли такую лягушку. Целая должна быть. Давай, покажи. Покажи, продемонстрируй. Ну, продемонстрируй, как она там поет. Давай. Нет, другой. Другой части. Вот этой толстой палочкой. Как будто она крякает, да? Вот так вот. Так, паста. Нам не пригодилась, нам дали. Микрози. Так, здесь у нас мыльно-рыльное. Шампунь мой доехал. Вернулся на родину. Так, это тоже. О, вон мои тампоны все раздавлены. Так, вот Вовкины лекарства. Мои это. Так, а это у нас это, Даша, я привезла. Кстати, лягушка стоит примерно 5 долларов. Это мы в этом покупали. В ну, вот там, в отеле. Вот такая лягушка стоит 5 долларов. Вот, а это купили Даши. Тоже с таким, видите, символом от глаза. Вот. Это вот такой браслетик красивый. Мне понравился. Вот, дальше. Так, это все в стирку. Манго вон. Так, это тоже в стирку. Все, давай, скидывай все. Так, подожди, надо расформировать. Светлое, темное, темное. Отдельно. Светлое более-менее. Отдельно. Так, принеси пакетик какой-нибудь. Темное сложить. Так, а что такое? Это носил майку? Да, носил майку. Так, дайте-ка, ребятки, я вас поставлю. Вот здесь, кстати, лекарства нам, которые туда посоветовали. Мы взяли, я не помню, на 36 долларов. Это мы взяли вот такие вот лекарства, 4 штуки. Какой-то курс на 2 месяца каждому. Сказали, что очень классные лекарства, прям вообще обалденные. Да-да-да. Вот. И на 2 человек на 2 месяца, да, взяли. Давай, что мы посмотрим. Потому что темный потом. А, это я была, да? На, складывай пока темную. Давай, так, это что такое? А, это я помню, костюм, я вообще сестра, страна у нас грязная, все.
Да, он вообще, смотрите, какие грязные. Вообще жуткие. Это у нас светлая. Сейчас пойдет. Стирка эта темная тоже. Так, это, видите, два взяла. Короче, штучки. Так, это светлые. Это у нас труселя грязные. Все, стирку. Так, это вот светлая, темная? Светлая. Светлая? Светлая. Штаны тоже светлые. Назовем их так. Так, это темные. А я, кстати, по-моему, я даже не одевала. Простыли. Так, это я ходила. Это у нас светлые. Светло, кстати, много очень всего. Так, это вот холод. Плотно, кстати, так это все сделали. Здесь много наподевала. Так, это что такое? А, это твои, это квасаки. Это, кстати, я стирала после тушки, нет? Нет. Первый раз тоже стирка. Так, все, это вот Вовкины любимые, кто-то называет их труселя, я их называю шорты. Что, не надо мне тут, ля-ля. Шорт, это вот я тоже взяла, но что-то не надела. Это, наверное, тоже к темному, да? К темному. К темному. Вот, ставить сюда. Почти, да. А это что, светлый, темный? Это светлый. Светлый. Так. Еще. Это темное. Это от костюма. Высыпка. Сколько всего? Вообще жуть. Так, это грязное. Светлое. Это темное. Так, это мое платье. Платье светлое. Да. Платье светлое. Так. Это у нас купальники. Тоже. И чемоданчик будет доставать. Ну давай, да, давай, достань. Пойдем на кухню. Теперь пока оставь, положи. Бери мангу, потом разложим его. Манго. Здесь он доехал. Прям ставь на стол. Сейчас мы его берем. Очень куча вещей. Вот так вот. Клади. Кладите его, наш чемодан манго. Давай, open the door. Та-дам. Манго. Так. Это как распаковка манго, да? Кстати, нормально он так запаковал, хорошо. Очень. Готово, да. Пошел. О, смотрите. О, там. Так, это выкинь. Не придавился? Ну, если что, чуть-чуть. Так, вот достань, пожалуйста, полотенце. Что так, я? Ну-ка. А в какой? В нижней? А что, ты хочешь в нулевую зону, что ли? Да. Где Сугудай? Сугудай? Вот сюда? А вот куда Сугудай? Вот, не, у нас же есть специальный этот. Ну давай внизу. Доставай только оттуда. Достань просто. А ты его это разве достанешь? Тут не достанешь. А что ты? Вот так, положи просто все. Ну достань его. Куда достанешь ты? Так что ли? Да. Вообще, давай. Открой. Надо простелить. Еще один. Все. Все. Откладываем. Так, манго. Манго, манго, манго. Паники, складывай. Давайте. Складывай. Да, я картинку делаю. Встань. Так, о, смотрите, какой хороший. Ну, мягкий немножечко. Но здесь не уберется он, ты что, бесит? Не уберется. Вот. Вот здесь у нас получается 8 штук. Он не уберется, ты что? Не, не уберется. У-у-у.
Вот, а здесь да, еще. Вот. А ему, кстати, еще надо дойти три. Будет. Смотрите, видите, ему еще. Три штучки. Еще. Дойти надо будет. Подожди, может, еще вот так вот уберется? Нет, пять штук здесь. Вот сюда маленький. Да, все маленькое. И угрется. Маленького нету? Маленького нету, а здесь одно маленькое. Вот так вот. Ну давай, убирай. Ну давай, убирай. Он руки крестные. Ставь. Ну. Прошу. Все. Ну и давай вниз тогда вон эти две штучки положим. Ну, я не вытаскивай, на, положи просто. Раскрути все. У нас дойдет. Ну, он, кстати, плотный такой, ему еще полежать надо. Ему реально еще полежать. Прям такой хороший. То есть оно нам специально... Ой, самый классный. На. Так, давай. Вот, раз, кладем. Вот такого овощи будет некуда класть. Идем куда-нибудь. Видишь, немножко протекает, что ли. Все, закрываем. Все, тихо, осторожно. Все, манго у нас доехала. Можно сказать. Всю коробку выкинем. И это хорошо. Ну, кстати, мне кажется, это просто, знаешь, как это, источает оно, как это. Ничего не источает. Ну, фиг знает. Просто такое было оно. Да? Коробку-то убирай. Выкидывайся. Надо. Пойду еще дальше вещи разбирать. Так, что вам еще? В общем, манго, слава богу, доехала. Это замечательно. Вот. Сейчас еще вещи. Темного, кстати, прям вообще куча. Так, это шорты мои. Стеку. Так, вот это тоже. А вот это, кстати, ты не одевал? Нет. На, убери. Чистые. А вот эти одевал, да? Чего? Эти одевал. Это светлые, светлые или темные? Светлые. Кажется, темные, нет? Пофигу. Пофигу, пофигу. Вот эту майку тоже не одевал. На. Так. Чисто. Так. Все, светлое сейчас пойду сразу чисто. И вот это, кстати. Я вот не знаю, кстати, кашемировый шарф как стирать, чтобы все было нормально. Так. Ладно, пока я его оставлю. Так, вот сюда надо еще вот эти вот постирать. Так, это у нас чисто. Это чистое. Тоже чистое. Так, здесь у нас еще. А, мыльное время. Понятно. Что у нас еще сюда? Это. Че говоришь? Че твои? Колеса. Колеса вон там твои лежат. О, все, улегся. Устал. А я вот не устала. Он тут, видите, уже приехал, сразу все протерло. Зеркало протерло. Так, девочки, ставлю пока. Брали с собой пасту, такую маленькую, сенсидент. Не пригодилось. Нам парень принес в первый день. Вот, ну, с другой стороны, дом пригодится. Следующую, так сказать, поездку. Так, вот, мой шампунь. Я за него очень сильно переживала. Потому что это мой оттеночный шампунь. Мне Марин сказала, в такую страну обязательно нужно брать. Потому что он... Пригодится, вон я, видите, приехала тоже опять такая золотистая. Она, кстати говоря, будет отмыться хорошенечко. Вот, немножечко, видите, чуть-чуть протек. Но я вот двойной пакетик, и все хорошо. Вот, главное, мама доехала. Все, подарки раздадим. У нас полежит к Новому году. Все замечательно. Все. Так, это средство у нас встает. Охрана, встает охрана. Так, Дейзи Дурант. Дейзи Дурант. Дейзи Дурант. Господи, столько всего уже никуда не лезет. Охрана, встает охрана. Так, было всякое такое-сякое. Уже ничего не лезет.
Раз, два. Вот, да, Дейзик Вовкин. Так, еще походные щетки. Кстати, очень классно, удобно. Вот такой раз, два. Все, вот такой наверх. Кровать. Охрана, встает охрана. Все. О, у нас еще одна паста Sensodyne. Что-то у нас, кстати, дофига паста Sensodyne собралось. Что-то я смотрю, вот реально. Вот там раз, одна, два. Господи, пособирали. Кучу всякой пасты. Все. Охрана, встает охрана. Так, это сейчас выкинуть. Вовкина бритва, кстати, тоже не пригодилась. Нам бритву принес этот парень. Или ты брил все-таки своей-то, а? Не помнишь? Постоянно, кстати, с собой беру всякие пакетики. Вот видите, еще от Турции остался пакетик. И ложку. Язык чешу. Так, это что такое у нас тут? Так, здесь у нас шампунь мой хороший. Я пока оставлю. Так, и моя скраб-маска. Чистая линия, мне нравится, кстати говоря. Но вот эту вот маску, которую я покупала, девочки. Сейчас я выберу куда-нибудь. Ай, никуда не лезет. Ай. О, я вот такую маску покупала, корейскую. Мне, кстати, очень понравилась. Она с яйцом и содой. Классная. Четкая маска. Охрана, встает охрана. Мы готовим пушку. Мы идем на мушку. Все придется. О, тут еще надо сейчас разобрать. О, кстати, светлая. Сейчас надо стирку тоже отправить. Охрана. Встает охрана. Эх. Коробочка, коробка. Коробочка. Охрана. Сейчас еще одну партию белья отправлю в стирку. Пакеты. Яблочко. Тут, не знаю, куда уже твой бездарок съел. Китики пригодятся. Слушай, отнеси мне тазик этой, пожалуйста. Я постираю. Вов. Тазик со светлым бельем отнеси, пожалуйста. Таз отнеси. Куда? На кухню. Мне надо. Сейчас стирку брошу. Кстати, насчет курток сейчас покажу. Сейчас покажу, хотела вам показать. Охрана, встает охрана. Стирку тоже отправить. Подрался. Пакет. Так. Ну, наш оберег от хейтеров. За 15 УЕ. Висит. Отправлю его повесить. Он косит. Кстати, вот как раз нам сказали, что это именно с такими глазками. Он как раз вот от хейтеров. Ну, не от хейтеров, от сглаза. То есть вот такими дырочками в глазах. Такой прикольненький. Такой вот, какое-то животное. Так, что я хотела? А, куртки. Точно. Девочки, хотела вам куртки показать. Смотрите. Так, вот моя куртка. Вот, в принципе, как мне кажется, не так уж сильно она отстиралась. По-моему, просто цвет сравнялся. Вот они 2 недели сохли. Видите? Вот нифига не отстирывается. Уж я терла и терла. И фэри-фэри. Вон, видите, здесь вообще вот черная такая осталась. Где-то чуть-чуть отстиралась, а где-то нет. Но я думаю, мы сейчас эти куртки уберем уже. Вот, достанем зимние. Они так не пачкаются. Вот, кинокуртка, в принципе, нормально. Это тоже, видите, темный оттенок. Где-то часть отстиралась, где-то нет. Но в целом вот так вот. То есть думаю, что такой вот спецэффект. Я не знаю, какая-то вот ткань такая, что она, походу, не отстирывается. Вот. Так что вот. В общем, что купили? Получается, смотрите, купили, соответственно, ящик манго. Нам это вышло на $35. 10 килограмм манго. Там 9 килограмм 400. Вот. Купили вот такие вот лекарства.
3 на 2 месяца каждому. Это как бы это не лекарство, это такие витамины. Вот, потому что хотим пропить курс. Сказали, очень хорошие вообще лекарства в Египте. Очень многие, кстати, везут, потому что у них там чуть ли не досмертные казни, если вдруг поделки какие-то. Вот, в общем, где-то на $300 нам получилось вот такие вот 4 штуки. Вот, взяла за $5 своей племяннице Даше вот такой красивый браслетик. Вот поедем, отвезем. Мне очень понравился. Такой, видите, такой молодежненький, голубой. И, кстати, вот этот вот символ, вот этот, да, глазик, это тоже как считается с глазом. Вот, взяли нашему турагенту Лире подарить вот такую вот лягушку. Видите? Мне просто очень понравилась. Она такая красивая, такая резная, из дерева. Вот. Такое дело. Купили Вовке вот такое вот что-то типа ножа. Да. Но вообще это на самом деле нож, наверное, для писем. Вот. Но, потому что ножи мы спрашивали, и нам сказали, что они как бы не продаются. Вот, ну, в общем, взяли. Он стоил где-то, по-моему, $2. Вот, взяли, что еще? Взяли вот такие вот сигареты. Сигареты, кстати, стоили 50 фунтов, где-то около $4. Вот такие вот. Это, видите, Манчестер с этой, с какой? Виноград. Вот, я взяла в подарок Мише, другу своему, потому что он как бы заядлый курильщик. Вот, ну и вот такой вот сувенир, пепельница. Из Египта. Это мы взяли тоже в торговом центре. Стоила она, по-моему, где-то около, я не помню, где-то около $10. Но вообще такая вот вещь в магазинах стоит намного дешевле. Вот. Ну, в принципе, ничего особо не привезли. Что еще привезли? Я привезла еще такой кашемировый шарф. Вот себе взяла, потому что хочу им пользоваться. Он мне стоил, по-моему, я не помню, сколько. О, сколько шарф стоил? Шарф сколько стоил? 20, да? $20 у меня стоило. Что-то типа того. В общем, где-то около 200. Да, это же Барбери. Да, это шарф Барбери. Да, и все, в принципе. Получается, мы привезли манго, лекарства в виде витаминов. Что я заговариваю, спать хочу. Вот, кое-какие сувенирчики, ну, без фанатизма. Вот, у нас, кстати, багаж был 27 килограмм. Все довезли, пушки, лекарства. Мои вот эти все доехала. Микрозим. Вот, пошла дальше сейчас все разбирать, бросать стирку. И нам уже сегодня будем отдыхать. Все, ребят, всех любим, всех целуем. Вот что привезли из Египта. Ну, главное, манго. Доехала. Ну и, конечно же, от хейтеров, хейтеры, бойтесь. От зависти, от сглаза, от всего нечистой силы, короче. Защита, оберег. Будет у нас теперь где-то вот здесь висеть. И все. Все, любим, целуем. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока.